Наклей клей, что нет, просто я проявляю свою гражданскую позицию. Знаешь, кого я жду здесь? А что еще раз? Знаешь, кого я жду здесь? Скажите ко мне. Вы не могли бы машинку убрать? Хорошо, сейчас уберу. По правилам нельзя здесь стоять. А ты что, ты гаишник или что? Ну, то есть вы отказываетесь, да? Ну, если я отказываюсь, дальше что? Хватит 5. Сил перенести? Да, нас много. 6. Быстрее. 7. Здравствуйте, с вами канал «Обнимание», меня зовут Вячеслав, и сегодня я хочу проявить свою гражданскую позицию и вышел бороться с камнем на дорогах. Но если мне откажут, мне помогут вот эти вот ребята. По правилам дорожного движения нельзя ставить машину на бордюр, вы мешаете движению пешеходов. Я тюха снял. Извините, а по правилам дорожного движения вы должны стоять в парковочном кармане. Вы не могли бы перепарковаться? Мест нету, куда парковаться. Ну, отъехать хотя бы. Здравствуйте. А здесь парковка запрещена, вы не могли бы перепарковаться? А здесь парковка запрещена. А то что? Нет, просто это просьба. Добрый вечер. А вас же попросили перепарковать машину. И? Можете перепарковать, или мы перенесем ее просто. А? Перепаркуй. Давайте, у вас 10 секунд. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте. А вы стоите на парковочном месте для инвалидов. Вы не могли бы перепарковаться? Извините, а вы не могли бы перепарковаться? Вы просто стоите на желтой линии, а здесь парковка запрещена. А я не паркуюсь, у меня сейчас выходит, я уеду. Вы уедете сейчас? Да. Ну, хорошо, спасибо большое. Сколько? 5 секунд. 5 секунд? 2, 5. Ну давайте, подождем. 4. Все, спасибо за понимание. Хорошего дня. Добрый день, девушка. Не подскажете, а водитель скоро придет? А то вы нарушаете правила. На встречке встали, припарковались. Да, наберите ему, пожалуйста. Я вас понял. Ну, здесь, в принципе, видите, ему-то проблем не было подъезжать куда-нибудь, запарковаться здесь или хотя бы прижаться. Так что... Он подходит к телефону, нет, чтобы убрать эту машину? А, у него здесь? Он не взял с собой телефон? Очень плохо, очень плохо. Давайте, если вы можете, вот сюда просто припарковаться, чтобы не мешали проезд, потому что за это очень серьезное нарушение. Здравствуйте. А здесь тротуар, вы не могли бы перепарковаться? Ну, человек, а вы что из этой самой? Наклей клей, что ли? Ты что? Нет, просто я проявляю свою гражданскую позицию. Знаешь, кого я тут? А что еще раз? Знаешь, кого я тут? Скажите ко мне. Ну, вряд ли мне это о чем-то скажет. Вот не что, если мне предлагать. Кстати, заплатить денег. Ну, то есть вы не будете перепарковаться? Не хотите перепарковаться? Я правильно понял? Блин, ну ты не спросишь. Что-то наклеишь, что-то сделаешь. Нет, я ничего не сделаю.
Вот ты знаешь, я здесь стою уже, я не знаю, год, наверное, постоянно паркуюсь. И никто мне замечания не сделал, кроме тебя. Вы не могли бы машинку убрать? Хорошо, сейчас уберу. Спасибо. Ну, просто по правилам дорожного движения нельзя. Вы пешком, да? Вам либо заняться нечего, либо что-то там мешает. Я понимаю, что если вы на машине, вам да, машина мешает. Девушка, вы понимаете, мы будем вынуждены вас просто перенести сейчас. Вместе с машиной. Давайте вынести меня, переносить машину. Нет, зачем переносить? Вот смотрите, вот место парковки. Вот, в принципе, ну вот. Извините, ребят, у вас парковка. Здесь парковка запрещена, у вас машина сломалась или что? А извините, у вас машина сломалась, просто здесь нельзя стоять, парковаться. А ты кто? Просто активный гражданин. Понятно. Стукач, то есть, да? Не стыдно тебе ерундой заниматься? Нет, не стыдно. Активный. Я занимаюсь хорошим делом. Каким хорошим делом? То есть вы не хотите. То есть вы не хотите перепарковаться? Я с тобой разговаривать даже на эту тему не хочу. Здравствуйте. А у вас машина сломалась? Чего? Ну, у вас машина сломалась. Просто здесь парковка запрещена. И не могли бы вы перепарковаться? С чего? Ну, парковка запрещена. Что еще раз? И кто там? А, активный гражданин. Знаешь, в чем проблема? Ты от меня что хочешь? Ну, я хочу, чтобы вы перепарковались. Тебе какая разница, где я стою, как я стою? Ну, по правилам нельзя здесь стоять. А ты что, виды гаишник или что? Ну, то есть вы отказываетесь, да? Ну, если я отказываюсь, дальше что? Вечер добрый, здравствуйте. Вы знаете то, что вы неправильно перепарковались? Внимание, что такое внимание? Называется программа. 20 секунд ты перепарковываешь машину, или мы ее переносим. Раз. Переносим? Два. Три. Четыре. А хватит пять. Сил перенести? Да, нас много. Шесть. Быстрее. Семь. Восемь. Дождем, девять. Девять. Десять. Одиннадцать. Пацаны, давайте. Здравствуйте. А вы мешаете обзору пешеходного перехода и не могли бы вы перепарковаться? Вообще не знаю. Я стою просто, не вижу. Ну, а кому я мешаю? Нет, просто там знак висит. Ну. Нельзя ставить висит. Знак висит оттуда? Да, вот висит. Нельзя ставить автомобиль. Да тут целая съемочная группа. Я отъехал. Спасибо. Сегодня многие водители шли мне навстречу, но тем, кто не реагировал на мою вежливую просьбу, вежливо объясняли мои друзья. Подписывайтесь на канал. Внимание!